Здравствуйте. Здрасте. Ну, сколько тебе Меня лет? Зовут Даша, мне 10 лет, я из города Караганда. Отлично. Казахстан, привет. Давай, Даша, показывай элемент. Я хочу разобрать элемент поворотов затяжки. Показывай. Плечи вниз сразу. Угу. Смотри, подожди, Даш. Встань мне в затяжку. У тебя ошибка искривления позвоночника. Встань в затяжку и противоположным плечом прижмись к ноге. Одной рукой. Не-не-не-не, какой ты сейчас? Мне такой поворот разве делала? Ты разве такой поворот не делала? Да, вот это ты делала? Да, в затяжку. Прямой ногой. Отлично. Она мне не очень. Я поняла. Возьмись, пожалуйста, за носок. Ты держишься за колено. И у тебя вот такие плечи. А ты возьми за носок, опусти плечи. Опусти, держи голову ровно, спокойно. Руки вверху, держишься за носок. Вот у тебя как раз носки там есть. Беленькие, по-моему, да? Давай. Взялась за беленький носок двумя руками. Двумя берись. Плечи вниз. Голову, подбородок ниже опусти. Подбородок ниже. И спину подними высоко, спину. Спину подними высоко. Спину высоко. Выше, выше к ноге прижмись. Голову прямо. Прямо голову. Прямо. Вот. На секундочку. На секундочку встала правильно. Давай. Затылок ровно. Подбородок прямо. Спину поднимай к ноге. Спину к ноге. Еще же. Достаточно. Иди сюда. Иди сюда, моя красавица. Смотри, ты поняла, да? Вот так висеть на ноге, вот так висеть на ноге нельзя. Нельзя. Ты должна работать, пахать. Ты должна живот поднимать и прижиматься к ноге. Вот что тебе, какие упражнения сейчас я тебе дам, которые тебе помогут убирать живот, поднимать пупок и сопротивляться как бы своему желанию свалиться вперед. Ложись на живот. Так, еще назад, чтобы мы тебя все видели. Еще назад, к телевизору поближе ложись. Все, поднимайся на 90 градусов. Руки вверх. Вверх. Это назад. Надо вверх. Надо вверх руки. Убери замок. Убери замок. Держи мышцами, плечи опусти. Точно вверх. Все, из этого положения поднимай пупок. И пупок наверх. Раз. Раз, и возвращай, и раз, вернула, и раз, живот в себя, пупок наверх, да, руки точно вверх, и раз, прям поднимай, все, что ниже пупка, поднимай, а голову прямо, прямо вперед смотри. Молодец, отлично, расслабься, расслабься. Умничка, теперь смотри, поднялась наверх из этого же положения. Руки в стороны, чуть-чуть вперед, лопатки вниз, наверх поднялась и расслабилась. Давай, руки вверх, плечи вниз, поднимай пупок и раз, руки в стороны, два, держим пупок, руки в стороны вперед, руки. Давай, давай, в стороны, открывай, открывай, это назад, в стороны, ниже, ниже. Ну, до стороны руки доведи. Чуть-чуть вперед руки. Плечи вниз. Затылком вверх тянись. Живот поднимай. Руки вверх. Раз, вытянулась наверх. И опустилась два. Опустилась. Все. Иди сюда. Вот, вот миллион тебе таких, таких вот значков. Миллион тебе только что послали. Молодец. Правильно. Теперь делай затяжку и то же самое делай в затяжке. Руки прямые, затылок ровно, живот убирай, спину соединяй с ровненькую спину, соединяй с ногой, у тебя сейчас получится это сделать. И долго-долго стой, плечи вниз. Да. Раз. Голова прямо. Голова прямо. Прямо. Так. Теперь низ живота поднимай, как ты сейчас это делала на полу, подтягивай. Зад зажимай. Прямо голова, прямо голова. Подбородок ниже.
А руки вперед чуть-чуть. Руки вперед, руками перетягивай ножку. Живот поднимай. Живот, живот, живот наверх. Живот, живот, живот наверх. Ролевые. На носочек вставай. Отлично. Теперь смотри. Стой. Отдохни немножко. Чтобы не падать вперед, тебе не нужно... Опять же, ты ложишься вот так очень-очень низко. Грудь в себя. Грудь в себя. Живот в себя. Давай, ловишь ногу, встаешь на носочек, ногу медленно отпускаешь, опускаешь, живот в себя, убираешь сразу всякие проги, руками вытягиваешься, руками в потолок. Давай. И раз. Подтянула спину к ноге. Прямо голова, прям. На носок встала, колено опорное вытянуло, сильно вытянуло. Ногу перетягивай, перетягивай ногу. Смотри. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Подожди, иди сюда. Тебе надо очень сильно встать на сильную ногу. На сильную, на прямую ножку. Дальше ее надо чуть-чуть развернуть, она у тебя завернута. Дальше. Вот сейчас одной рукой держишь, вторую руку чуть-чуть вперед, вот так, чтобы мы видели, что у тебя ровное положение плеч, потому что у тебя перекос. У тебя, смотри, опорная завернута ножка. И поэтому у тебя немножко смещен живот в другую сторону, бедра скрученные, и перекос в плечах, поэтому ты не можешь стоять. Давай, держись одной рукой, опорная, выворотная, руку чуть-чуть опустила вперед и противоположным плечом прижимайся к ноге. Давай, ты молодец, тебе очень тут много комментариев пишут, так что давай, мы с тобой, поехали. И раз... Свободная рука вперед чуть-чуть. Так. Молодец. Вставай на носок. Прижимай ногу, когда встаешь на носок. Прижимай ногу к голове. Живот, живот, живот. Наверх, наверх, живот. Иди сюда на секундочку. Иди сюда. Иди послушай. Послушай сюда. Ты молодец. Ты когда встал на носочек и чувствуешь, что ты падаешь вперед, ты должна срочно... втянуть в себя живот и прижаться сильно-сильно к ноге. А когда ты чувствуешь, что ты падаешь назад за ногой, тебе срочно нужно прижать ногу к голове, чтобы была вот эта вертикаль, чтобы ты почувствовала себя на опорной ноге. Давай еще раз попробуем равновесие и потом поворот. Давай. Плечи вниз, колено затянуло, зад, зажми зад в этом положении, умничка, встаем на носок, колено затянуло, затылком вверх, хорошо, стой, подожди, сделай то же самое сначала, не надо, не надо, не надо ломать технику, не надо, лишь бы устоять, ты можешь держаться за что-нибудь, ты можешь держаться. За стул, за предмет какой-то, который тебе поможет устоять. Но ты должна сделать очень хорошее тело на этом элементе. Да, пойдет. Давай. Раз. Поймала. Колено вытянула. Опорную ножку развернула. Живот подтянула вверх, как ты на полу делала только что. Плечи опустила, лопатки держим. Ногу точно на голове. Ставим на носочек. Раз. Ставим на носочек, раз. Колено затянул наверху. Живот подними наверх. Живот, живот, живот. Тащи вверх, живот. Вот. И отпускай теперь ногу, вытягивайся наверх. И вытягивайся вверх. Отпускай ногу. Наверх. Раз. Плечи вниз. Хорошо, смотри, иди сюда. Иди сюда, секунду. Ты встала на косолапую ногу. Вот на такую ногу. В повороте на такой ноге у тебя будет падение. Тебе нужно вкрутить опорную ножку пяточкой вперед. Поняла? Для этого тебе нужно зажать зад, потому что только бедра могут развернуть всю твою ногу. И то же самое ты сделаешь на повороте. Давай, еще разок. Подъем на ролевое. Раз, два. Постарайся сейчас развернуть опорную пятку. И ягодицы напрячь. Спасибо, спасибо всем, кто пишет, что эта девочка умница. Она действительно умница. Она очень старается, думает. Давай, поймала. И раз.
затянулась наверх. Два. Прямо голова. Выше спина. Выше спина. Ролевая. Раз. Ногу прижимаю к голове. Опустилась. Зад зажала. Не падай на стул. Все, убирай стул. Давай поворот сделаем. Поехали. И раз. Смотри сюда. Начинаешь ты на одном месте, а заканчиваешь так, что я вообще тебя не вижу. Ты должна закончить там же, где начинала. Скручивай опорное бедро внутрь. Давай. И раз. Живот в себя, втянула живот, все, не выпускай живот. Два, иди сюда. Иди сюда. Я не вижу, как ты крутишь, потому что у тебя плохой интернет, и вот так вот все сливается. Но ты должна делать все те подводящие упражнения, которые я тебе показала. И стул тебе для того, чтобы ты просто с помощью стула выравнивала положение тела. Не для того, чтобы ты падала на стул, висела там на нем, и он тебе был как этот такой круг спасательный, что ты за него держишься и не падаешь. Нет. Стул тебе, чтобы, вот смотри, вот я стою, например, вот смотри, вот, и я, ну, как бы, я опираюсь, я выправляю свое плечо, ставлю его правильно, в правильное место. Видишь, как опора, раз поставила. Вот то же самое тебе помогает стул, точно так же. Но ты очень трудолюбивая, тебе тут кучу комментариев положительных прислали, потом посмотришь и все сделаешь правильно. Договорились? Да. Ну все, ты молодец, я тебя целую, обнимаю. Спасибо вам большое. Давай, верю, что у тебя все получится. Спасибо, до свидания. Пока-пока. Спасибо, дорогие, что...